Да, Васенька, привет, братан. Ванечка, здорово, братан. Как ты поживаешь, друг мой? Да, Вася, все хуй, Вася. Вань, я по делу. Мне тут вопрос задали такой, короче, на который я затрудняюсь ответить. Откуда взялся Леша? Не знаю, братан. Первомайский, походу, пацан. В избушке я его встретил. Он не первомайский. Он вообще с Запорожья. Он нигде он не служил. Он был на зоне... В Лутуй, на зоне с собачником. Потому что мне задали такой вопрос, я оба-на и в тупике, я даже не знаю. Я говорю, он взялся ниоткуда. Такая хуйня. Разберемся. Да. Со всеми разберемся. Чего его не было в первый раз? И туалет, и всю хуйню не взяла. Ну ладно. Вася, мне надо срочно, это что ты мне обещал. Что ты мне обещал, помнишь, мы все говорим, говорим, а сделать некому. Что, Ванечка? Ну ты сам сказал, что говорить, я его заловил. Понял про кого? Старого. Или кого? Старый маленького, старенького, я понял. Вася, это просто пи***ть, Вася. Я тебе даже, ну Вася, это апогей. Это надо, Вася, просто. Мне надо решить вопрос вот этот верхушечку. Понял. И все остальное я расчедалю, Вася. Ванечка, я только определюсь с этим моментом, сразу тебя наберу, понял? Хорошо, братец. Потому что надо там уточнить, что так все, как он утверждает, или не так. Да там, Вася, я тебе говорю, там все печально. Да его, да и все. Вась, ну я люблю, просто без. Вась. Ванечка, я как только это, сразу к тебе начинает на выручку. Принял. По этому вопросу. Дашь мне одного надежного человека, я сам. Есть люди такие, что. Какие люди есть. Молчаливого. Ладно. Так, глухонемого найду. Вроде как на Валеру тоже лицензию получил, тот, который в болоте живет, понял? Чего-чего? На Валеру тоже вроде лицензию выдают, тот, который в болоте живет. Ага. Понял? Угу. Ну так, между нами тоже. Хочу в рот. А где Остап? Со Остапом я не могу никак. Он где-то болото охраняет. Я так думаю, что они в Краснодоне осели. Где-то ближе к выходу. Ну, на болото там однозначно получили лицензию. Я понял. Ну, если, ладно, если там лицензия, то и на твоего друга тоже, я так думаю. Добро. Пробей, понял? Там, чтобы на меня не было. Ванечка. Ну, нальют, а там не разбираются. Ванечка, у тебя не будет. У тебя будет только после меня. Я понял, Вась. Давай, я ж тут список составляю, кто реально что-то делает. Николай Иванович, я тут с Сергеем Борисовичем встречался, он меня вызывал. Ну? Он сказал, что вы знаете, кто. Ну, а по какому я речь веду. Задачу показ, по поводу нашего общего друга. Сказал полностью под контроль его, забрать все, что можем, и держать его на большом-большом крючке. Ну, правильно, вот, правильно. Будет тебя плохо вести, сразу раз, и... Ну, правильно. Гнида он, понимаешь?